строительство газопровода в Заволжье планируют начать в следующем году. Его общая протяженность 52 километра, из которых 31 пройдет по Чувашии и 21 по республике Мариэл. Напомним, на днях газификация Левобережья включена в инвестпрограмму «Газпрома». Профильные ведомства начали готовить проектно-сметную документацию. Строительно-монтажные работы запланированы на 2020-2021 годы. В первую очередь рассчитывают проложить межпоселковые газопроводы, благодаря чему доступ к голубому топливу получат почти 2500 домовладений. 5 котельных переведут на газ. А в целом по строительно-монтажным работам на 3 года это около 600 миллионов рублей. Это без газораспределительных станций, это без поселковых этих самых газопроводов. А вообще сумма, если смотреть средства «Газпрома» и средства, те, которые будут республикой для строительства внутрипоселковых сетей, это порядка, наверное, 2 миллиардов рублей. То есть это по республике Мариэл, по Чувашской республике. Ну и, соответственно, из этой суммы большая часть она идет на Чувашскую республику. Строительство газопровода улучшит условия проживания жителей Заволжья, к тому же послужит рекреационному развитию территории и, как следствие, развитию туристического кластера Чувашии. Такие задачи ставит президент России в рамках национальных проектов.